Главный зимний волшебник, всероссийский Дед Мороз, посетил Тверскую область. Каждый год он покидает свою резиденцию в Великом Устюге, чтобы отправиться по стране. Главная цель предновогодней акции – помочь тем, кто в этом особенно нуждается. Детям с тяжелыми заболеваниями, ребятам, которые остались без попечения родителей, а также семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В этом году акция охватила более 50 регионов страны, в том числе и наш. Одно из мест в Тверской области, куда приехал Дед Мороз из Великого Устюга в рамках своего тура по российским городам, небольшой поселок Лочкино, что в Лихославском районе. Здесь разместилось мармеладное царство, куда навстречу с новогодней сказкой главным зимним волшебником приехали ребята из социально-реабилитационного центра «Мечта» и воспитанники детского сада «Ладушки». Для детей это большой праздник, а для меня это теперь образ жизни, потому что это теперь моя семья. Дети готовили специальные номера, песни, частушки. А вы знаете, я вам так скажу, и взрослые тоже верят, что Дед Мороз настоящий. Праздник получился веселым. Были песни, игры, хоровод и, конечно, подарки. Дед Мороз от всей души пожелал ребятам исполнения их добрых желаний. День хороший, представление хорошее. Сегодня вообще хороший день. Я хотела сходить в замки, там увидеть мармеладный стол. Дед Мороз приехал в Лихославльский район по приглашению других добрых волшебников, руководства Тверского туристического агентства «Впечатление» и компании «Мармеладная сказка». Благодаря им и состоялся сказочный визит. Замечательный праздник решили подарить к Новому году ребятам из социально-реабилитационного центра «Мечта», потому что это очень важно. Эти ребята, они растут без мамы, без папы. И в этот день им в канун Нового года хочется ласки, хочется тепла, вот этого внимания. Мармеладное царство в качестве места для встречи детей из «Мечты» с Дедом Морозом было выбрано не случайно. Здесь, несмотря на трудности в туристической сфере, плотный график гостей. Всегда найдут время для тех, кто особенно нуждается в чудесах. Каждый ребенок, он о чем-то мечтает. И наше мармеладное царство, оно всегда помогает это делать. И мы делаем это с удовольствием для каждого ребенка. Ну а после встречи с главным волшебником страны дети отправились на мастер-класс. Мастерить свою сладкую елочку из настоящего мармелада. К слову, в «Мармеладной сказке» подготовили сюрпризы для всех сладкоежек страны. Среди новинок – мармелад деревенский из натуральных ягод, эксклюзивная серия на основе цукат, ореховый зефир с миндальной крошкой, который производится только в Тверской области. Каждый год мы стараемся обновить свой ассортимент, точнее, даже не обновляем, а, наверное, добавляем каждый раз что-то новое. Стараемся его расширить, чтобы все люди тянулись именно к нам, чтобы все свои хотелки они находили только у нас. На празднике зимний волшебник охотно общался с детьми. Ответил он и на вопросы журналистов о письмах и желаниях. По словам Деда Мороза, порой просьбы бывают необычные и трогательные. Хвост русалки, крылья бабочки, возможность покататься на динозавре. Но самые трогательные письма – те, где дети описывают свою жизнь, семью и пишут, что хотят просто увидеть Дедушку Мороза. Несмотря на то, что Дед Мороз уехал в предновогоднее турне, его резиденция продолжает работать, работает и почта. Руководитель турагентства «Впечатление» Евгения Перова передала в социально-реабилитационный центр «Мечта» огромный набор канцелярских принадлежностей. Цветную бумагу, ножницы, карандаши. Те, кто еще не успел написать Деду Морозу, смогут подготовить яркое, красивое письмо. Время есть. Но нужно знать, что отвечает дедушка только на добрые письма. Новый год – это праздник, который дает возможность каждому из нас сделать добро для другого, увидеть, услышать, чего хочет близкий человек рядом. Чем больше в человеке добра, тем больше в нем жизни. Здравствуй, люд Тверской да славный! Я главный волшебник страны из града старинного до Устюга Великого и сказочной вотчины своей. Шлю вам поздравления с наступающим Новым годом. Друзья мои, будьте счастливы, будьте здоровы, берегите себя, берегите своих близких с Новым годом!